Друзья, всем привет! Это снова очередная посылка с Китая. Заказ на сайт AliExpress. На этот раз я заказал USB Hub с четырьмя разъемами под USB. Начнем распаковку. Дошла ко мне за 35 дней в Украину. Обошлась в $1.5. Так вот оно. Вот такой замечательный USB Hub. Ага. Есть небольшой такой брачок, видите? Шнуры видно. Ну ничего. Вот такой USB Hub. Работу его продемонстрирую сейчас. Я проверю, все ли 4 USB разъема функционируют. Подключаем к ноутбуку. Видим, загорелся красненький диодик. Итак, мы подключили USB Hub. Сейчас будем поочередно вставлять в каждый разъем флешечку. Так, вставляем первый разъем. Так, ждем. Вот, видим, определилось, отлично, замечательно. Сейчас попробуем второй разъем. Вставили. Отлично. Заработала вот наша флешечка. Третий разъем. Туго так высовывается. Здесь легко. Так. Тоже открылась. И последний. Вот видите, оно горит красным. Это означает, что он подключен. Тоже определилось. Замечательно. Посылка, я полностью доволен. Могу вам рекомендовать продавцам. В описании под видео вы увидите его ссылочку. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. До скорых встреч.